И снова здравствуйте! С вами последние новости. Средства массовой информации пишут, что российские спортсмены вручили канадскому юристу Ричарду Макларену иск на 6 миллионов канадских долларов, около 300 миллионов рублей. Иск вызван так называемым докладом Макларена, подготовленным канадцем для Всемирного антидопингового агентства. Этот доклад стал главной причиной, по которой одни россияне выступали на Олимпиаде 2018 года в статусе нейтральных спортсменов, а другие совсем не смогли попасть на Олимпийские игры. Спортсмены полагают, что несправедливо пострадали из-за публикации доклада Макларена, поэтому хотят взыскать с него около 6 миллионов канадских долларов. Также известно, что документы были переданы в Верховный суд канадской провинции Онтарио в июле 2018 года, но, следуя местным законам, пострадавшие должны самостоятельно уведомить ответчика о начале судебного процесса. На это россиянам потребовалось полгода. Теперь суд может открыть дело производства. Осталось только подождать результата. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!